Всем большой привет! Я рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы будем готовить бисквитный рулет. Рулет у нас будет с малиновым вареньем, с кремом из сливок и маскарпоне. И в конце мы его украсим малиной. Но если у вас нет свежей малины, то это не страшно. Вы можете его украсить также вареньем, либо малиной замороженной. Для приготовления нам понадобится сахар, мука, яйца, экстракт ванили, маскарпоне, сливки, варенье или джем и для украшения малина. Полное количество продуктов вы найдете в описании под видео. И также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые оригинальные и интересные видео. Сначала приготовим тесто для бисквита. Отделяем желтки от белков. И миксером начинаем взбивать белки в течение 10 минут до образования устойчивой пены. Постепенно высыпаем сахар и желтки и взбиваем еще несколько минут, но недолго, чтобы белки не осели. Затем откладываем миксер, просеиваем муку и плавными движениями силиконовой лопаткой перемешиваем тесто снизу вверх, так чтобы белки не осели. Добавляем 1-2 чайные ложки экстракта ванили, это придаст аромат нашему тесту. На силиконовый коврик, либо на противень выстилаем пергаментную бумагу и выливаем на нее тесто. Пергаментную бумагу можно смазать сливочным маслом. Распределяем равномерно тесто и ставим выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Рулет готов, осторожно достаем его, прикладываем на влажное полотенце бумагой вниз. И скручиваем в рулет вместе с полотенцем. Затем оставляем его остужаться на 10 минут. Пока рулет охлаждается, приготовим крем. Для этого предварительно охлажденные сливки и маскарпоне выкладываем в большую емкость. Добавляем пару ложек сахара, немножко ванили и взбиваем все в устойчивую пену. Крем готов, разворачиваем охлажденный рулет, убираем пергаментную бумагу и аккуратно начинаем промазывать бисквит сначала вареньем или джемом. И затем сверху варенье промазываем кремом. Аккуратно сворачиваем бисквит в рулет и укладываем вниз швом на блюдо. Затем оставшимся кремом смазываем рулет со всех сторон. Украшаем наш рулет малиной. Рулет получился очень вкусный, красивый, с нежным малиновым вкусом. Он очень прост в приготовлении. Обязательно попробуйте этот рецепт. Делитесь видео с друзьями, пишите мне свои комментарии. А я вам желаю приятного аппетита и до новых встреч!